Вспышка кори в Красногорске от эпидемии медицинской безграмотности современных родителей. В детском саду номер 19, например, 20% воспитанников не имеют в паспорте прививок необходимых отметок о вакцинации. И такая ситуация повторяется во многих учреждениях муниципалитета. Конкретно тот ребенок, который не привит, он подвергает опасности других детей. Понимаете? Закон предусмотрен, как-то отстранить его там от занятий, там еще что-то. Нет. Мы не имеем права. Да. Мы не имеем права. Если у нас было бы такое право, поверьте, мы бы вас не собирали. Мы бы принудительно делали всем прививки, и у нас бы этот вопрос не стоял. Тотальная вакцинация в советское время подарила части нынешних родителей уверенность в том, что и без прививок вирусы и инфекции не страшны, констатируют медики. Расплата за это заблуждение – нынешние вспышки заболеваемости. Врачи не устают напоминать, возможные реакции на прививку – это ничто по сравнению с последствиями паротита, краснухи или той же кори. Больная мама с температурой, с кашлем приводила ребенка в садик и приходила за ним, забирала из садика. Но она, наверное, предположила, что у нее просто ОРВИ. А потом выяснилось, что у нее корь, она заболела корью, и получилось, что она заразила этих детей, которые в данную группу ходят, непривитых детей. И сейчас у нас 5 детей из этой группы заболели корью. Стали отказываться, поэтому и эпидемия пошла. Буквально несколько лет тому назад вот такого не было. И еще надо учитывать, что у нас сейчас много приезжают, уезжают из разных стран. Они же тоже не привитые. В 19-м детсаду случаев кори не зарегистрировано, потому профилактика проводится на уровне просвещения родителей. Прививка от кори – 95% защита. Ребенку ее делают в 1 год и в 6 лет. И об этом знали не все пришедшие на встречу мамы и папы. Но и антипрививочников среди них не нашлось.